Привет. Рассмотрим способ, который может нагрузить процессор по всем ядрам и на 100%. Для этого нам не понадобится скачивать и устанавливать программы. Можно просто перейти на сайт PCI.SU и здесь перейти на вкладку «Нагрузить CPU». Уровень нагрузки я рекомендую оставить по умолчанию. Жмем кнопку «Нагрузить процессор». Вот вы видите, что все ядра моего процессора загружены. Теперь увеличиваем нагрузку, пока процессор не загрузится до 100%. В итоге мы можем посмотреть температуру процессора, сколько он потребляет электричества. Также, если включить мониторинг VRM материнской платы, то мы увидим, до каких температур греется VRM. Удобно, что не нужно ничего устанавливать. Зашел, нажал кнопку и нагрузил процессор. Но теперь вы знаете, как нагрузить процессор. Быстро, просто и легко.